Говорит Алиститару Бишей Аллази Лам Ла Янтасиб. Можно ли ставить сутры то, что не ставится? Оно не ставится, но можно его положить. Можно ли его просто положить и взять это как сутру? Считает имам Ахмад, а также Аузай, и это мнение Саида ибн Джубейра, «Илля анну юаиду арда», то, что человек должен положить ее, просто эту вещь, и достаточно ему, так может совершать на нее намаз. Но посчитал это неправильным, «Аннахай вассахабба Суфьян аль-Хат», а Суфьян ас-Саури вообще сказал, «Тогда уж лучше пусть черту перед собой начертит», «Вакаддамаху аля залик», и посчитал, что это лучше. «Варраджих аль-Кавлю аль-Ауаль», и более правильным является первое мнение, «Ликавли саллаллаху алейхи ва саллям», потому что пророк саллаллаху сказал, «Уайза амартукум би амрин», если я вам приказал что-то, «Саату мингу ма сатату», то делайте из этого то, что вы способны. То есть имеется в виду, если такая ситуация, что человек вообще нигде не может найти сутру, чтобы поставить себе сутры. Но у него есть вещь, которая не достигает нужной высоты. Тогда, говорит, хотя бы ее пусть положит, раз ничего найти не может. Понятно или нет? И пришло от Салама ибн Аква за Саверным Иснатом, то, что он собирал камни и ставил перед собой, сделал как бы небольшую горку из камней, так и совершал намаз на эту горку из камней.